15 ноября на мероприятии в честь Дня президента в Институте государственного управления при президенте Таджикистана студент третьего курса Зарина Саидова и замдекана факультета международных отношений Бобозода выдвинули президента Эмомали Рахмона на соискание Нобелевской премии мира за некие выдающиеся заслуги так называемого лидера нации. Об этом пишет новостной портал Ахбор. Напомним, президент Рахмон выдвигается на соискание Нобелевской премии мира уже в четвертый раз со стороны лояльных ему чиновников. Однако предыдущие три попытки не увенчались успехом. Но, видимо, почитатели Рахмона не собираются сдаваться. Отметим, что 67-летний Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года уже в течение 27 лет. Thank you.